Сотрудничество Сочинского института РУДН и университета СОКО длится больше года, но студенты российского и японского вузов встретились впервые. Местные ребята проводят для иностранных товарищей экскурсии по Олимпийскому Сочи, а преподаватели занимаются с японцами фонетикой и грамматикой. В целом программа рассчитана на знакомство с культурой и традициями нашей страны, а также на поддержку и популяризацию в иностранных государствах русского языка. Ну и дружбу между странами никто не отменял. Японцы же, как известно, ей придают большое значение. Самое главное – это создать дружбу. Россия и Япония – это страны-соседи, но тем не менее до сих пор не очень сильно развиты их отношения. И поэтому мы, собственно, решили все вместе начать русско-японское студенческое действие для того, чтобы расширять эти связи, эти отношения. Не просто японцу дается произношение, но занятия дома в русском центре, который работает в университете СОКО, и учеба в летней школе сочинского РУДН дает свои плоды. Преподаватели дают обнадеживающие прогнозы. В итоге пилотный проект станет ежегодным. Японцы обожают город Сочи. В вашем городе есть такой знаменитый на весь мир университет, институт, филиал Российского университета дружбы народов, который входит в очень знаменитую сейчас на весь мир программу 5-100. Ваш университет, я думаю, благодаря во многом вашему ректору Надежде Ивановне Козловой, себя проявляет в мире очень активно. Лето в РУДН выдалось насыщенное. До приезда японцев в институте завершилась летняя экологическая школа для итальянских студентов. В начале же учебного года здесь стартует новый проект, но уже для абитуриентов. В Сочинском институте РУДН открывается факультет журналистики. У нас договоренность с Союзом журналистов города Сочи. Они предлагают нам свои базы, мастер-классы, круглые столы, живое общение. Приглашаю всех творческих людей поступать на направление журналистика. Отделение журналистики, к тому же международное, отмечают в Сочинском институте РУДН, так же, как и все проекты университета, призвано способствовать развитию дружбы и партнерству между странами. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания